вернулись с победой. Народный хореографический ансамбль «Ритмы планеты» на международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Черноморские легенды» в Абхазии завоевал сразу несколько наград. Танцоры привезли 5 кубков, диплом «Лучший хореографический коллектив фестиваля» и главный приз конкурса «Гран-при». Выступление славянских артистов настолько понравилось жюри, что для юных танцоров они решили провести мастер-класс. Одним из тех, кто оценивал выступление ансамбля «Ритмы планеты» на фестивале в Абхазии, был главный балетмейстер Московского музыкального театра Владимира Назарова, педагог Российской академии театрального искусства ГИТИСа Андрей Глущенко. Проезжая через наш город, он решил еще раз встретиться с юными танцорами. Был очень приятно удивлен, что есть такого очень серьезного уровня хореографические коллективы. Ведь всем есть такое клише, что все считают, что самое лучшее, что есть, это чем крупнее город, тем лучше там все. На самом деле вот этот коллектив «Ритм планеты» Славянска на Кубани доказывает, что это не так. Что да, город небольшой, но это не значит, что там нет таких замечательных, талантливых детей. И вот они приезжали на фестиваль в Абхазии, где я был членом жюри. Мы с огромным удовольствием присудили коллективу «Ритм планеты» гран-при фестиваля, не сомневаясь ни секунды, потому что это очень высокий уровень исполнительского мастерства. Для юных танцоров Андрей Глущенко провел мастер-класс по актерскому мастерству. Ребят разделили на 2 группы, и каждая должна была исполнить танец с определенным настроением. А юные артисты должны были угадать, какое задание получили их оппоненты. Если вы чувствуете, что ошиблись, не надо смотреть по сторонам друг на друга. Продолжайте играть ваше внутреннее состояние. Это сейчас гораздо важнее, чем те движения, которые мы сделали. Мы сделали с вами просто учебную связку. В ней ничего нет такого, кроме мышечного движения, аэробной нагрузки и все. Да? Главное, что у вас внутри, и что это, как это нутро ваше передается через ваше лицо, через ваши эмоции наружу. Вот что важно. 5, 6, 7, 3. По мнению известного балетмейстера, именно умение прочувствовать танец, передать его характер и эмоциональную атмосферу зрителю – одни из главных качеств настоящего артиста. Очень часто в современных хореографических коллективах, которые существуют, дети удивляют своей техникой, удивляют своими какими-то навыками познания, там, лексикой какой-то, да, интересными движениями, но они какие-то бездушные, потому что нет внутреннего отношения к ним, нет такого проживания движения, нет момента демонстрации того, что они понимают, про что они танцуют. То есть они просто исполняют как с одной там улыбкой на лице. Этого мало. Вот, что касается этого коллектива, у них это есть. Актерское мастерство юные танцоры «Ритмов планеты» на сцене городского дома культуры оттачивали около 2 часов. Приобретенные знания в ходе занятия с именитым балетмейстером наверняка помогут ребятам покорить новые танцевальные вершины. И они еще не раз вернутся с конкурсов и фестивалей с победами. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».